Всем привет! Делаю видеообзор двухспального таунхауса в районе Мэнам. Нахожусь на балконе. Отсюда открывается вот такой замечательный вид. Вид на горы, на территорию самого комплекса. Здесь бассейн, все зелено, все хорошо. Это номер, он угловой. То есть здесь есть дополнительный вид на пальмовую рощу. Тихо, спокойно, все хорошо. Итак, давайте смотреть. Это балкон, здесь два стула. Есть столик, дополнительное кресло. И давайте смотреть первую спальню. Первая спальня выглядит хорошо. Большая кровать, king size, кроватная тумбочка, приятный интерьер, неприятных запахов нет. Здесь находится кондиционер, все здорово. Также здесь предоставляется дополнительное спальное место, вот такая раздвижная кровать. Видим шкаф. Шкаф тоже в полном порядке. Вешалки, ящики, все хорошо. У этой спальни есть санузел. Смотрим санузел. Санузел выглядит в принципе нормально. Но есть нарекания в душевой зоне. Я не вижу перегородок. Поэтому не исключаю, что могут быть небольшие брызги. А в остальном, в принципе, зона душа сделана грамотно. Есть поддон, слив находится в нужном месте, лейка. Все хорошо. Здесь же находится раковина. В раковине есть розетка, зеркало, крючки. Все здорово. И вот здесь дополнительные полочки. Унитаз, принудительная вытяжка и фен. В принципе, нормальный санузел. Так, давайте идем дальше. Дальше мы посмотрим вторую спальню. Вторая спальня выглядит также хорошо. Большая кровать и кроватные тумбочки. Посадка кровати в данном случае чуть пониже. Это может подойти для детей. Видим кондиционер, балкон. С этого балкона здесь немножко другой вид. Здесь просто зелень. Здесь просто зелень и ничего такого. Нет ни стульчиков и прочего. У этой спальни также есть санузел. Санузел здесь аналогичный. Все сделано точно так же. Унитаз, полочки. Душевая зона точно такая же. Без ограждений. Поддон есть, слив есть. Раковина, зеркало, все на месте. Вижу, что в этой спальне также есть дополнительная кровать. Такая вот односпальная, раздвижная. Спускаемся вниз. Это таунхаус двухэтажный. Добротная лестница. Есть перила. Ничего не скрипит. Все замечательно. Так, мы попадаем в гостиная плюс кухня. Ну и давайте, раз мы смотрим на гостиную, посмотрим, как выглядит гостиная. Видим большой диван, оригинальный журнальный столик, телевизор, хороший современный телевизор со всеми входами и выходами. Нравится, как сделан интерьер, вот такие вот всякие вазы, светильники. В гостиной зоне мы видим, есть вентилятор. Так, все хорошо. Вижу, что много окон и поэтому вполне светло. Кстати, остекленение входной группы, оно слегка тонированное, поэтому в гостиной зоне нагреваться сильно не будет. Так, плавно перемещаемся далее. И здесь находится обеденная зона. Видим большой круглый стол, 4 стула, это хорошо. И дальше двигаемся и попадаем в зону кухни. Видим, вот есть такой барный уголок, пару стульчиков. Кухня выглядит хорошо. По комплектации здесь полный порядок. Здесь есть все необходимое. Сковородки, тарелки, приборы. То есть приготовление у вас не возникнет каких-то там сложностей. Видим, есть 4-комфорочная газовая плита, духовой шкаф. Это здорово. Вытяжка. Приятная кухня. Есть все необходимое. Микроволновая печь, тостер, чайник и прочее. Здесь еще есть дополнительный небольшой выход на такой небольшой маленький задний дворик. И вот здесь есть барбекюшница. Это классно. Ну и здесь ничего такого особенного. То есть, в принципе, можно готовить здесь барбекю рядом с кухней. Это вполне удобно. Холодильник находится вот здесь. Вот так вот двухкамерный. Достаточно вместительный холодильник. Из бонусов видим гладильную доску, видим сушилку. Это хорошо. И также есть гостевой туалет. Обычный гостевой туалет, раковина, унитаз и принудительная вытяжка. Все хорошо. Ну и давайте посмотрим, как выглядит небольшая терраска перед таунхаусом. Что здесь есть?
столик, два стула с этой стороны и два стула с этой стороны. В принципе, она приятная. Здесь зелено и чувствуется приватность, несмотря на то, что, в принципе, здесь есть соседи. Видим, есть видеонаблюдение, то есть здесь полный порядок в плане безопасности. И вот там находится бассейн и лежаки. Смотрим, как выглядит территория. Вот так выглядят сами танхаусы, зелено, все хорошо. Касаемо бассейна, бассейн чистый, он достаточно большой, то есть в нем комфортно можно плавать. Видим, что есть достаточно, сколько у нас получается, в данном случае 6 лежаков. Там находится такая небольшая лаунж-зона, где можно отдыхать, общаться, в данном случае там вот люди отдыхают. Бассейн приятный, нравится. Там находится чуть дальше душ. В целом, танхаус оставляет приятное впечатление. Хорошая зеленая территория, она крытая. Здесь чувствую себя безопасно. Все очень грамотно и здорово. Мне нравится. Рекомендую обратить на этот танхаус особое внимание. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.